канал Sophie Life. Я вас безумно рада приветствовать на своем YouTube канале. И по многочисленным просьбам подписчиков я снимаю видеомонтаж на телефоне в программе KinoMaster. Если вы уже собрались монтировать в этой программе, тогда мой вам совет, скачивайте взломанную версию. У меня у самой такая версия. А взломанную версию вы можете скачать как в Google, а так и в Telegram-канале. Если вас интересует, какой же это Telegram-канал, смотрите видео у меня на канале. Я не буду в этом видео показывать какие-то там самые примитивные фишки, например, как добавить звук, как уменьшить звук, как ускорить видео, а покажу действительно классные фишки и штучки, с помощью которых вы сможете выйти на средний уровень монтажа. Ну что, давайте приступать! Ребята, как вы уже поняли, первое то, что я вам покажу, это как поставить футаж. Чтобы нам поставить футаж, нам надо нажать вот сюда слой и мультимедиа. После того, как мы нажали мультимедиа, у нас открылась галерея, и мы ищем папочку с футажами. Я добавлю вот такой вот футаж, мы его добавляем, просто нажимаем на него, потом подстраиваем его по размеру, и теперь нам нужно нажать на вот этот вот значок. Так, фокус. Вот, вот такой вот человечек в рамочке. Мы на него нажимаем, и теперь нажимаем вот сюда, включить. И все, у нас пропадает наш зеленый фон, и вот что у нас получается. Смотрим. Вот у нас идет просто видео, и наш футаж теперь без зеленого фона, просто на видео. А мы переходим дальше. Ребята, дальше идет у нас, как по мне, очень классная фишка, а именно как добавить анимацию в видео. Для этого нам также нужно зайти в слой мультимедиа. И выбрать также какой-то футаж или картинку. Я выберу вот такой вот футаж в виде снеговичка. Так, тут мы просто нажимаем ОК. Также поднастраиваю под размер и уже, как мы знаем, убираю наш вот этот вот зеленый фон. Все, у нас снеговичок на белом, просто без зеленого фона. Дальше то, что нам нужно, мы выделяем наш вот этот сам фрагмент и нажимаем вот тут вот на вот такой вот ключик. Мы на него нажали, и теперь нашего снеговичка мы перемещаем просто за поля. И теперь мы немного перемещаем видео, вот так вот, и нашего снеговичка также перемещаем. Теперь опять переместили, и так нам надо переместить нашего снеговичка до конца, чтобы он вышел с другой стороны за поле. Перемещаем, и вот так вот. И перемещаем. Все, мы его переместили до конца, и теперь просто нажимаем на вот эту вот галочку. Все, ребята, наша анимация готова. Теперь мы смотрим. Вот, ребята, что у нас получается. И вот так вот снеговичок у нас пройдет просто до конца. Как по мне, это очень классная фишка. Ребята, Новый год через 5 дней, а нам не хватает 21 человека, чтобы на канале было 700 подписчиков, ведь нас смотрит целых 89% без подписки. Давайте мы уменьшим это число до 85% и тем самым добьем 700 подписчиков до Нового года. Я уверена, что у вас это получится сделать, и я вам буду просто безумно благодарна. Ребята, дальше мы будем делать нашу картинку в рамочке. Для этого нам нужно нажать на слой. Дальше, рукописный текст. Мы заходим, у нас тут появляется вот такая вот кисточка. А рядом есть маленькая-маленькая стрелочка. Мы на нее нажимаем. Так, вы можете выбрать как квадратик, так и кружок. Но я выберу квадрат. Дальше выбираем цвет и размер. И теперь рисуем просто любой там квадратик, прямоугольник, треугольник, вот что вам хочется. И нажимаете на вот эту вот стрелочку. Дальше мы выделяем вот тут вот внизу сам наш текст. И подстраиваем нашу рамочку как бы под размеры. И также теперь мы заходим вот сюда, вот на самые первые вот эти вот кружочки. И выбираем нарисовать жестом. И готово. Теперь смотрите, что у нас сейчас будет. У нас рамочка рисуется, будто мы ее сами рисуем. Как по мне, это очень классная фишка. Как же сделать приближение в KinoMaster? Для этого мы выделяем наш фрагмент. Вот сюда вот на ножнички, немного отматываем, разделяем в этом месте, и также немного проматываем и разделяем вот тут вот. У нас должно получиться вот таких вот три фрагмента, между ними мы не ставим никаких переходов. Дальше мы выделяем вот этот вот наш средний фрагмент.
Мы его выделили и заходим вот сюда, вот где нарисован квадратик и еще один квадратик. Дальше у нас сейчас вот тут вот выделится наш фрагмент. Мы нажимаем на нижнюю. И теперь мы вот тут вот растягиваем до того момента, до какого нам нужно увеличить. Вот, например, я хочу увеличить голову снеговичка. И теперь мы нажимаем вот тут вот на равно. И все, нажимаем на стрелочку. И наше приближение готово. Смотрим, что у нас получилось. Ребята, вот я вам показала несколько крутых фишек. Я надеюсь, это видео было вам полезно. И если оно вам понравилось, ставьте лайки. Подписывайтесь на мой канал Sophie Life. Ну а я пошла снимать новое видео. До встречи в следующем видео.